Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи Аглаи Стиходеевой. Композиция называется «Крик души». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Да нечто ж я хуже всех поэтов, и номинации так и не дождусь, не доросла до признанных эстетов. Но если честно, я собой горжусь, ведь рифмы нахожу почти мгновенно. Тут все внимание на ударный слог. Короче, так пишу я охрененно. Еще не Пушкин, но уже не Блок, ведь рифмы нахожу почти мгновенно. Тут все внимание на ударный слог. Короче, так пишу я охрененно. Еще не Пушкин, но уже не Блок. Да у меня по рифмам черный пояс, а осенью вообще девятый дан. Бывает так, на лавочке пристроюсь, и на тебе рифмованный роман. К другим зайдешь, там куча номинаций, серьезные медали и почет. А у меня нет даже публикаций, и чей, скажите, это недочет. Другим зайдешь, там куча номинаций, серьезные медали и почет. А у меня нет даже публикаций, и чей, скажите, это недочет. А я же ж, как Петраркина Лаура, во мне же никаких пороков нет. Я как Пигмалионова скульптура, таких, как я, еще не видел свет. Я типа Эвридики для Орфея, для Бонапарта Жозефина я. Как дикая, простите, орхидея, все для мужчины смысл бытия. Я типа Эвридики для Орфея, для Бонапарта Жозефина я. Как дикая, простите, орхидея, все для мужчины смысл бытия. Стихи пишу до ночи с позаранку, и где ж награда за мои труды? Ведь что ни строчка, душу наизнанку, а руководству сайта до звезды. Стихи пишу до ночи с позаранку, и где ж награда за мои труды? Ведь что ни строчка, душу наизнанку, а руководству сайта до звезды. Знать бы кому, давно б дала на лапу, но как же вы не можете понять? Я не смогу без фор, без гандикапа, в одном ряду
с окладой стоят. Знать бы кому давно дала на лапу. Но как же вы не можете понять? Я не смогу без фор, без гандикапа в одном ряду с Ахматовой стоять. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Крик души». Стихи Аглаи Стиходеевой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».